Жека, яйца будешь? Нет. Чего? Знаешь, какие вкусные? Проверяем, плавает, не плавает. Тонет. Очень хорошая. Ай, ёп. Тонет. Тонут. Можно есть деликатес. Добрый вечер. Да осторожно. Все, хорош, хорош. Смотри, какая вещь. А как ты сейчас взвешивал? Я не взвешивал, я уронил в воду. Оно начало тонуть, значит оно не живое. А. Понял? А если бы оно всплыло, значит там цыплятки есть. Хочешь, поставил в палатку. Палатка офигенская такая. Чисто такая. С боковым входом, вот шикарный боковой вход у него. Вот, можно тут залезть. Посмотрим, что там в середине. О, там спальник, смотрите, как хорошо. Вот так. Это новая узбекская палатка. Такая, громоотвод даже есть вон. Песня. Хорошая палатка. Сегодня брат у меня будет спать нормально в человеческих условиях. Редкие условия, конечно, такие. Ну ладно. Пошел картошечку чистить. Ну вот, в который раз прохожу возле палаточки. Вот не могу просто. Ну надо пройти и посмотреть, как она все-таки устроена. Вот это вот специально, чтобы ветер ее не сдувал. Она под углом к ветру. Углом к нему. Вот. Весьма эстетично. Вот. Я надеюсь, он картошку также почистит, да? Как палатку поставил. Это мы еще не пили. Ну что, попросил корешок у меня яиц, да не простых, а страусиных. Страуса, правда, не было, но были чайки. Вот, поймали трех чаек, вернее, одну чайку отдала нам свои яйца. Теперь мы ему пожарим корешку, пожарим яйца чаечные. Вот, поставили печку на двоечку. Вот, закипело масло. Вот, маслица. Обязательно свиное. Да, вот. О, закипело. Так. Теперь подождем, пока оно до конца растает. Яйца у нас уже помытые. Немножко ближе поставим сковородочку. На единичку. Вот тут, ага. Яйца у нас помытые. Ладно, посыщи. Вот. Теперь. Так, тихо. Берем яйца. Яйца у нас уже предварительно помытые. Ибо были во всяком чаечном говне. Но мы их помыли. Чистоганчик. Так. Вот, дождались, пока жирок растворился. Теперь берем. Вот оно. Яйцо чаечное. И выбиваем. А запах-то какой. Вот так вот. На огне все. Как положено. Вот вам чаечные яйца. А сейчас будет яичница натуральная. А-ля натюрель. И начинаем ее вот таким вот образом. Типа на углях. На единичку печку включили. Ну и ждем. Так, соли, точно, дай сольчик. А сверху вон картошечка доходит. Картошечка с тушеночкой. Под яички, вернее, яйца. Страусиные, я хотел сказать опять. Вот теперь солью посыпали. Отлично, с перчиком. Все.
Ждем-с. Ну-ка. Надо бы, конечно, прибавить огню. Ну, не будем торопиться. Ну вот, как истинные гурманы, томили яйцо минуты три, наверное, на хорошем жару. И вот такая вкуснятина получилась, вернее. Ну, видно, да, невооруженным глазом? Я надеюсь, камера это все передаст. Вот такое вот яйцо. Вот оно, чаище. Сейчас Евгений нальет 100 грамм. И мы закусим вот именно вот этим вот деликатесом. Не картошкой с тушенкой, а чаечными жареными яйцами. Ну ладно, все. Пожелайте нам приятного аппетита. Ну и вам тоже. Так астропада, ладно. Короче, я, Жека, знаю, как с тобой супруга разведется. Я ей покажу этот фильм, где ты жрал чаячьи яйца. Вот эти вот. И как ты построил домик желтенький. Вот этот вот. Этот, вот. Вот. Я думаю, она будет очень рада, что у нее такой кореш. Как картошечка? Попробуйте, мужчина. После яиц, яиц. Может быть, думаю, не поедем. Да я думаю, не поедем. Останемся тут, конечно, ясен палтус. Только надо кого-то в деревню сгонять за водкой. И будет все хорошо. Ну, корешок типа залезает. Давай. Удачи тебе. Тапочки сними. Шапку сними. Ты слышишь, только чешки эти выкинь на улицу. Там вонище будет, не дай бог, блин, конечно. Теплее, я понимаю, да. Слушай, я не могу. Шляп сними. Пойду посмотрю, как брат ложится спать. Ага, ага. Боковая дверь. Никто не видел, как я раздеваюсь. Да, раздевается, ладно, там уже, смотри, ты не на что. Но тем не менее. Опять уже третий раз я вхожу в этот домик. Мне. Ну, а, Жека, спи. А я пойду. Пойду, конечно, пойду. Самоловочки. Вон, у меня, кстати, кружочек один. Беленькой. А он? А вдруг? Хотя рыбы тут нету, но тем не менее. Слушай, а мамаша, которая яйца отдала, сидит на гнезде. Почему? Еще три штуки будет, наверное. Ну ладно. Все, Евгений, спокойной ночи. Спокойной дрочи. Спокойной дрочи, да. Ой, не знаю, видно ли всю красоту. Вот это наш... Наша стояночка вот такая вот. Рыбы, конечно, мы сегодня практически не поймали. По пару маленьких щучек. Ну, совсем маленьких. Грамм по 800, по 600. Ну, так. Боевой козел вывез нас сегодня. Однокомнатная квартира Евгения новая. Вроде дышит. Блин. Ладно. Ну и сейчас я пойду. Пойду на своем пароходе, расставлю кружочки. Так, не ради рыбы. Вот такое чудо, вон оно все тут пожевано, попрессовано. Окунь большой садился. Было видно, многие самоловки, вернее кружки, вот такие вот. То есть видно, что не пожранная щукой, а сосал окунец. Зубов-то у него нету, вот она вся почмоктанная такая вот вся. Вот такая вот. Попробуем поймать. А вот мы сейчас видим, как происходит такое волшебное действие. Это плотва метает икру. Вот на этом маленьком островочке тут происходит нечто. Рыба просто немерено мелкая рыбешка. Вся на икромете, вся тут. А по краям стоит хищник, окунь и щука. Периодически нападает на это вот действие. Очень интересно. Периодически все это взрывается. Мелочь выпрыгивает. Ну, вон в воде ее немерено просто. Это тысячи, миллионы этой рыбы. Правда, мелкая вся, но все равно. Вот единственное место на всем озере.
кто-то сидит. Приходится чудо ловить. Нет крупной щуки вообще. Хотя кто-то ее кусал, вон, смотрю. Вот такое вот, она уже половозрелая, взрослая такая вот. Ну вот, разве будет что-то клевать? С таким звуком уже все медведи убежали. Кошмар. Шо, опять? Опять? Ой, ты смотри. Ой, да. Ты смотри, что ж там за крокодайл. Вот ты. Итак. Ну что, дедушка тебя возьмет сегодня или не возьмет? Еще и догнать надо. Ну что сказать? Ах. Ну толстая, небольшая, толстая, вот такая. Ну клюет. Вот они тут все такие. Но все равно приятно. О. Только окушка поставил свежего. Она его сразу захерячила. Причем, что есть подозрение, что сейчас мы его по-новому поставим. О, живой. Да, назад вылезать тяжело, конечно. О, так. Ух ты. У нее еще... А, это мой. Господи, думаю, что за хрень. Сижу, ловлю живца. Щука в заброс не хочет клевать. Только на самоловке. Рыбалка неинтересная, не спортивная. Но что-то делать нужно. Ой, там вообще. Вот такая плотвичка клюет. Хотя окушка надо. Ну, ловим плотву. Мелкую. Попадается и большая. Но редко. А ты, блин. Вон, корешок выплыл. Выспался в своем домике. А сейчас будет блеснить. Ну да. Там самоловки свои, посмотри. Самоловки свои, посмотри. Но тем не менее, щука может на мертвую сесть. Ну, живца тут немерено. Сейчас поедем менять. Опять кто-то сел на это самое, на кружок. Все поменяю, пойду побросаю. А вдруг что будет? Ух ты! Такое хорошее. Плотвичка. Эту можно забрать.
А еще? Ну, это вообще тоска. А тут продление жизни полным ходом. Все шумит и шатается. А тут щучка, наверное, подошла, перестала резко клевать. Когда хищник подходит, тишина. Шо, опять? Много окуня, все сбивает. Вон, один плавает. Тут тоже что-то. А нет, тут жилец нормальный. А вот там кто-то сидит. Кто-то там есть. И вон. Да ну, живец такой классный. Ну его, видать, окунь пытается бомбить. Раз такая реакция. Ну. Ну ладно, займемся делом. Побросаем. Опять спустила. Сучка. Авель помотал головой, сделал самое честное лицо и посмотрел ей в глаза. Нет, это слишком близко. Она велела ему плыть до Прескайла. Вот и слава, мистер Диксон. Теперь можете возвращаться к себе. Если я узнаю, что вы мне соврали... Все одинаковые. Закончил за нее Авель. Сегодня это нам не поможет. Один звонок по телефону, который хранится в вашем столе, обеспечил бы нам поддержку самых высоких чинов. Но если мы им воспользуемся, нашим жизням грозят большие перемены. Ну, стандарт, стандарт. Мы рискуем вовсе лишиться жизни, добавил. Да. Ну, у меня это считать не буду. Ну так, чё? Поехали на другое озеро, да? Скучно все равно. Да не, побольше, там больше десятка, ну. Так что так вот. Ну так нормально. Ну, только переехали на другое озеро сразу. О! Это уже поинтереснее что-то. Это уже что-то поинтереснее. А то ловили мелочь. Ну, красавица. Да, тихо, тихо, тихо. Ну, вот это уже да. Вот это уже щучка. Вот это уже хоть что-то. Красавица. Ну, что, будем ловить. Будем ловить. Короче, перебрались на другое место, и здесь такое происходит. Другое озеро. И тут творится вот чего. Окуня на удочку. Не самых маленьких размеров, попадаются и большие. Вот, к примеру, вот такие красавцы. Но клюет по-черному. Вот сейчас сижу, оттягиваюсь. О. Ну, этого мы брать не будем. Ибо махонькой. Да блин. Тут вообще.
давно такого клёва не видел. О, похвастался, и все перестало. А я знаю почему. Надо дальше кинуть. Вот туда примерно. Все. Ну, приятно, конечно. Не трофейные, но и не маленькие. На копчение самое то. Ой, кто это? О, какой красавец. Надо было вчера на ночь сюда ехать. А хотя какая разница. Вау. Назад. На спиннинг клевать не хочет. Я тут целый час экспериментировал, что я только не ставил. Поймал штук 5, наверное. А удочка вон как положительно сыграла. Ох. Мормышка, пяток опарышей. Грузила нету. Маленький поплавок. О! Ух ты такой, смотри, какой красавец. Вот он. Окушок. Сразу, моментально клюет. Ох, какие. Что такое, лишь мы с той стороны плавает и толку никакого. Ну, у меня уже набирается по чуть-чуть тазик. Ох ты, ох ты, ох ты. Ну да, такого-то красавца. Ладно, этого брать уже не будем, будем брать еще больше. Чувствую, его будет очень много. То окуня. Он Женька чешет. Сейчас, ну чё, клюет. Ой! Пока на Женьку смотрел, кто-то у меня тут что-то. Ух ты! А там что? А, веточка упала. А что-то глаз на глаз не хочет брать. Нехорошо берет. Придется на опарыша назад переходить. А вот так. Сейчас такой. Блин, не клюет. Слушай, клев сумасшедший на удочку. Смотри-ка, окуня. Ну понятно. Смотри какой. Окушки хорошие. Давай, давай. Давай. Ну, слава яйцам. Евгений что-то поймал. Вот такие ребята. Сижу фактически в болоте. Сзади вон что творится, все затоплено. Соответственно, и рыбы много. Когда бобр топит, больше кормовая база получается. Рыба идет в лес или в болото.
харчеваться. Поэтому ее много. А бестолковые люди разрушают бобровые плотины. Ты. Я думал, больше шел хорошо. А у меня уже рука просто устала. Мне кажется, что каждый, кого я подсекаю, он весит полкилограмма. Уже сутки махаю. Все. Вот домой. Собираемся потихоньку. Рыбалкой довольны. Рыбы пойманы. Посетили два водоема шикарных. Жека, давай первый! Чего? Нормально. Может, что твои? Ой. Что мы имеем? Блин, ловишь, вроде кажется, такие большие. А когда вытягиваешь, они что-то небольшие. Помойка здесь, конечно, знатная. Ну вот. Есть, кусочек такой. Я подъеду. Надо все разобрать, все это. Я только не понял, а что они тут начудили-то? Нет, я поеду, даже не парюсь. А что это? Вот это что такое? Вот это что? Так они вон, машину роняли туда, я тебе говорю. Они закрыли эту дырку. Вот по левой стороне надо ехать спокойно и все. Асфальт нырнул туда прямо. А для чего? Я все равно не понимаю. Может, поднимали? А, они машину поднимали! Они машину поднимали. Правильно, правильно. Так, ну что, давай тогда в сторону. Давай, оттекай, оттащим это говно. Так. Правильно, она в эту дырку нырнула и все. Сейчас надо тоже им засыпать. А динов-то, кстати, смотри, вон камней сколько. Ладно, поехали. Тем более я тут ездил. Ну, поехали. Сейчас ныряем. О. Там нам пофиг. Ой, блин. Вот что паркировка передняя животворящая делается. Вау. Проехал даже не там, где хотел. А где? Я попал в эту яму все-таки. А что? Колесом не попасть в ту яму. Да. Ты даже на тот камень не попал, ты левее. В смысле? Ну меня скинуло просто. Скинуло? Поехал с ним.